Good day, my dear students. My name is Antonia Ramakar, and today we're going to learn how to say goodbye in English. Привет, мои дорогие студенты, ученики. Меня зовут Антонина, и сегодня мы поговорим с вами о прощании на английском языке. Say goodbye in English. Скажите до свидания по-английски. На самом деле в английском языке довольно много способов попрощаться, и нам нужно выбрать самый подходящий для данной конкретной ситуации. Итак, начнем с самых простых, тривиальных вариантов. Goodbye может писаться через дефис, может писаться слитно. Goodbye – до свидания. Повторяйте за мной. Goodbye. Goodbye. Сокращенный вариант. Bye. Bye. Можно два раза сказать. Bye-bye. Bye-bye. До свидания, до свидания. Пока-пока. Bye-bye. Bye for now. Ну, пока что пока. Или на данное время до свидания, если дословно попытаться перевести. Bye for now. Bye for now. Ну, типа, еще увидимся. Теперь давайте рассмотрим более официальные варианты. Мы можем сказать have a nice day. Ну, приятного дня. Have a nice day. Или have a nice evening. Приятного вечера. Have a nice evening. Have a good night. Приятной ночи. Have a good night. Или просто good night. Это можно также перевести спокойной ночи. Good night. Естественно, эти фразы мы используем в зависимости от того, в какое время суток мы прощаемся. Have a nice day. Have a nice evening. Have a good night. Good night. All the best. Всего наилучшего. All the best. Farewell. Прощайте. Farewell. Или прощай. Вот это последнее звучит довольно-таки пафосно. Такой очень книжный вариант. Farewell. Теперь давайте рассмотрим более разговорные варианты. Рассмотрим фразы и выражения, которые используются, когда мы надеемся, что встретимся с нашим собеседником скоро. See you soon. Увидимся скоро. See you soon. See you tomorrow. Увидимся завтра. See you tomorrow. See you later. Увидимся позднее. See you later. See you again. Увидимся снова. See you again. See you in a bit. Вот это очень разговорно. Увидимся через короткий промежуток времени, через немножечко. See you in a bit. See you around. Ну, где-нибудь там встретимся. See you around. Вот это очень разговорная форма see ya. То есть я это как бы you, но оно так сокращается и произносится в таком расслабленном виде, в расслабленной форме. See ya. See ya. Это то же самое, что see you, только произносится вот так вот. Можем сказать просто see you или see ya. I hope to see you soon. Надеюсь, скоро увидимся. Такая более, опять же, официальная форма. I hope to see you soon. I hope we'll meet again. Надеюсь, мы снова встретимся. I hope we'll meet again. Еще раз повторим. See you soon. See you tomorrow. See you later. See you again. See you in a bit.
See you around. See ya. I hope to see you soon. I hope we'll meet again. So long. Пока. Тоже довольно разговорная форма. Catch you later. Типа поймаю тебя позже. Catch you later. Или просто можно сказать later. Later. Till we meet again. До новой встречи. Till we meet again. Good luck. Удачи. Take care. Береги себя. Good luck. Take care. Adieu. Это разговорно. Adieu. И вообще из другого языка, если не ошибаюсь, заимствовано. Ciao. Ciao. Cheers, mate. Это вообще очень разговорно. Особенно добавка слова mate, дружище. Cheers, mate. Можно просто сказать cheers. Cheerio. Cheerio. Nighty-night. Спокойной ночки. Споки-ноки. Nighty-night. Вот эти все формы сильно разговорные. А эти нейтральные, можно сказать. Давайте повторим. So long. Catch you later. Till we meet again. Good luck. Take care. Adieu. Adieu. Ciao. Ciao. Cheers, mate. Или просто cheers. Cheerio. Ударение на O. Cheerio. Nighty-night. Итак, мы изучили с вами сегодня очень много способов попрощаться. Ну, самые распространенные это, наверное, goodbye, see you later, see you soon, till we meet again, catch you later. Ну, вот эти вот, наверное, самые-самые популярные. В официальной обстановке в основном говорят have a nice day, have a nice evening, have a good night, take care, good luck, hope to see you soon, hope we'll meet again. Итак, я надеюсь, что урок вам этот понравился. Если так оно и есть, то не забудьте поставить лайк. Также делитесь этим видео в различных соцсетях и увидимся в следующем эпизоде. Начинайте свое утро с английского завтрака. Пока! Bye. Bye for now. See you soon. Cheers. Have a nice day.